2 мая православные христиане отметят светлый праздник Пасхи. В условиях распространения коронавирусной инфекции важно соблюдать рекомендации Роспотребнадзора. Мы рекомендуем лицам с высоким риском тяжелого течения заболевания воздержаться от участия в торжественных богослужениях. Это прежде всего люди старше 65 лет и лица, страдающие хроническими заболеваниями, заболеваниями органов дыхания, сердечно-сосудистой системы и сахарным диабетом. При посещении религиозных организаций обязательно используйте медицинскую маску и не забывайте о социальной дистанции. Обрабатывайте руки антисептиками и соблюдайте правила личной гигиены. Будьте здоровы и берегите себя и своих близких.